Перед просмотром хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает из-за любовника. Анастасия Заворотнюк расплачивается за прошлое отношение с Сергеем Жигуновым. К такому выводу пришли пользователи сети, которые за неимением правдивой информации строят собственные версии. Более того, некоторых россиян взбесило то, что семья актрисы молчит о реальном диагнозе Заворотнюк. Однако время от времени подогревает интерес к ней, публикует туманные сообщения или опровержения. Неудивительно, что часть комментаторов со скептицизмом относится к болезни Заворотнюк и даже позволяет себе довольно циничные высказывания об актрисе, которая страдает, по слухам, от рака. Актриса, которую, как недавно сообщили СМИ, парализовала навсегда, расплачивается за то, что увела Жигунова из семьи. Такое мнение выразили читатели «Утра». Когда Заворотнюк выдрала из семьи своего коллегу по сериалу Сергея Жигунова, впоследствии его семья распалась и развелась, все кричали «Бог шельму метит». Сейчас, когда Бог эту шельму пометил, здоровья желают, молятся и причитают. «Сколько же фальши, лицемерия и двуличия у людей», пишет одна из пользовательниц. «Сколько можно дозированно выбрасывать информацию?» Как только люди перестают интересоваться, семья очередной вброс делает. Надоели. Правильно им говорят. Написали бы все как есть, и люди перестали бы к ним лезть. Но им это невыгодно, возмущается другой комментатор. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.